Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Секреток, и сегодня с вами снова я, Силия, и сегодня у нас выходит видеоролик на тему обзор на новое обновление в Toca Boca World, ну а точнее версия 1.91. Давайте же посмотрим, что вообще сегодня у нас должно появиться в этом обновлении, потому что оно достаточно глобальное. Здесь должен появиться новый пак мебели, также домик, еще набор одежды и аксессуаров, а также нам еще вернутся старые подарки на почте. Ну и пока я обновляю току, давайте же посмотрим описание, что нового добавится в этой версии. Это будет лучшее лето. Отдохни в трехэтажной прибрежной вилле и обставь комнаты мебелью в пляжной тематике. Хочешь прогуляться по морю? Создай уникальный образ нашим стильным набором «Пляжный уют», в котором ты найдешь летнюю одежду и аксессуары. Товары можно приобрести по отдельности или вместе в наборе «Все для пляжа». Кстати, загляни на почту. Там сейчас очень оживленно, ведь мы раздаем подарки с любимыми товарами прошлых сезонов и особыми предметами в пляжной тематике. Вот такое описание нашего нового обновления в Toca, и сейчас у меня уже обновилась Toca, и давайте же уже поскорее в нее перейдем и посмотрим все эти обновления и описание обновлений именно уже в самой игре. Здесь также немного обновился Toca Boca Mix, добавили новые короткие видеоролики и также что в моей сумке, вот таких вот персонажей. Ну и наш домик с паком мебели стоит 349 рублей, называется «Прибрежная вилла», и что нового? 69 предметов мебели, 63 декоративных элемента, 12 вариантов дизайна стен, 5 вариантов дизайна пола. И вот такие есть небольшие кадры, чтобы увидеть вообще, как это все выглядит. Ну, короче, вы поняли. Здесь вы уже сами можете посмотреть все предметы, которые добавлены в это обновление и так далее. Затем, стильный набор «Пляжный уют». Что нового? Один наряд. Один нарядов? Это очень странно, ладно. Два аксессуара и трое причесок. Ну, в общем, здесь какая-то опечатка, потому что вы видите, что нарядов здесь 14, аксессуаров 12, а причесок 6. Поэтому здесь какая-то произошла опечатка, видимо. Ну и давайте купим уже эти обновления. Также еще вот открылся набор «Летнее побережье». Здесь все можно приобрести по оптимальной цене. Я уже купила обновление, и давайте поскорее уже построим эту виллу на берегу как раз-таки моря. Ну и, конечно, мы с вами сначала начнем с обзора на сам домик. Как вы можете увидеть, здесь у нас построена вилла, которая находится на берегу моря, насколько я понимаю. Ну, давайте сначала пройдем вправо. Здесь у нас видно горы, также море, все, что находится под морем. И здесь же у нас сразу прячется секретка вот в такой бутылочке. Я думаю, что ее обязательно нужно сейчас найти и открыть. А это как раз-таки будет вход вот сюда, в какую-то таинственную комнату, либо таинственный домик. Здесь же у нас, посмотрите, место для крампета, только самого крампета где-то нет. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядит сам домик. Вот такой у нас вход, затем мы проходим, и здесь у нас самая вот такая... А, здесь одна комната, только посмотрите, и дальше причем ничего нет, хотя я думала, что здесь будет еще что-то дальше. Ну, в общем, здесь заходишь, и сразу лифт, то есть здесь входная, прохожая, что ли. И давайте перейдем на второй этаж. На самом деле, все-таки я думала, что здесь будет хоть... как-то немножко похоже на то, что это как будто лестница здесь, а не лифт все-таки. Давайте пойдем сначала направо. Здесь у нас вот такая очень интересная комната, где вот такие окна. И причем, посмотрите, как они сделаны. Одно по центру, другое вот так сбоку и другое вообще вот идет прям в бок. Ну и также здесь вы сразу можете увидеть все дизайны стен. Мы, конечно, потом еще проверим, потому что, может быть, здесь не все дизайны стен. Ну, в общем, дальше идет вот такая огромная комната с панорамными окнами. А, это балкон. Посмотрите, какой широкий и красивый просторный балкон. На самом деле очень красивый. И также здесь есть цветочки. Ну и дальше у нас все-таки идет еще небольшое продолжение этой комнаты. И здесь вот уже весла вот такие. Затем следующая комната. Здесь такие можно сделать двойные обои, как вы можете заметить. Но смотрите, здесь обманка. Здесь не два этажа. Здесь, если что, один этаж. Но просто вот такой вот вид обои. Потому что вот мне, если честно, вот я сейчас близко сижу, и мне кажется, будто здесь два этажа. Хотя на самом деле это вообще не так. Ну и здесь также есть тоже окна, и они выходят на море, горы, и также вот такие цветочки. А затем, ну, можете посмотреть, здесь тоже дизайн пола новый и дизайн стен. Теперь предлагаю перейти на третий этаж. С третьего этажа мы перейдем направо сразу. И здесь у нас вот такой просторный тоже большой балкон. И причем он сделан так же, как и нижняя комната. То есть здесь
ну, тоже многоугольной формы какой-то. 10 вот такое кресло. И также еще вот такой телескоп. Затем идем влево, здесь вот такая комната, и здесь прячется секретка. Вот тут. И затем здесь можно достать вот такой ключик. И здесь фотка вот такого интересного здания. Это мы забираем все с собой, потому что это нам пригодится, конечно. Ну и пройдемся дальше. Здесь у нас есть вот такой проход между комнатами, то есть коридор. И здесь, в принципе, можно обустроить, например, ванну. Потому что здесь вот такие окна, они как бы высоко получаются. Есть, но они высоко. Ну и также представлены новые, опять же, дизайны стен, дизайны пола. И вот последняя комната, она выглядит вот так. И здесь еще тоже есть вот такой балкон. То есть здесь целых два балкона из этой комнаты. Но, в общем-то, круто. Правда, я ожидала, что еще будет задний двор, как в большом трехэтажном вот тоже особняке, таком доме либо даче. Ну и давайте сейчас уже перейдем и посмотрим на секретку, которая прячется на первом этаже. Так, ну и, ребята, теперь... О, смотрите, как интересно. Вау! И здесь у нас вот такая таинственная комната. Ну, короче, здесь можно сделать какой-нибудь прикольчик на самом деле. И посмотрите, здесь вот такие, типа, старинные вещи какие-то. Ну, это уже из нового пака мебели, поэтому, который мы сейчас с вами рассмотрим. Так что... Вот такая здесь тоже небольшая комнатка, вот такая секретка. Но крампи-то нет. Ну и давайте теперь посмотрим уже на креатор. Что же у нас кроется в креаторе? И мы начнем со спальни. Появились 4 новых кровати. Это вот такая двухэтажная кровать, также вот такая двуспальная кровать. Еще односпальная, но причем ее можно вот настолько низко опустить к полу, и можно вот так вот поднять. Ребята, у нас появился закат. Кстати, я сейчас случайно нажала, и посмотрите, у нас закат. Это безумно красиво. И причем можно сделать и ночь, и утро, и закат. А рассвета нет. Но то, что у нас появился закат, это уже на самом деле просто круть. А также нам добавили еще вот такую односпальную кровать для малыша. Кстати, кровати, если что, расправляются. Ну, по крайней мере, вот это только. Давайте перейдем в раздел ковров. Здесь добавили всего два коврика новых. Это вот такой фиолетовый и вот такой, типа, как плетеный какой-то, типа, корзинка. Но они оба, кстати, достаточно большие коврики. А, еще вот такие, вот такой третий коврик, да. В разделе комода нам добавили вот такой комод и вот такой беленький. Здесь есть ящик, а здесь маленький столик еще такой. Раздел картин. Для этого нам нужно перейти сюда. Здесь добавили вот такой парус, а также добавили вот таких крабиков веселеньких. И да, вот такие весла. Так, в разделах полочек нам добавили вот такие полочки. Вот такую полку в виде ящика. Здесь же тоже две полки. Затем добавили вот такую двойную полку, которая как бы внутрь стены входит. И добавили обычно такие вот базовые полочки, беленькие, но они на самом деле выглядят очень так солидно. И вообще, в принципе, что я хочу сказать, здесь все в таком каком-то винтажном как будто стиле. Ну вот, если вы заметите. Добавили вот такие шторы. И они у нас непрозрачные. Теперь давайте перейдем в раздел шкафов. И здесь добавили вот такой стеллаж. Всего здесь 3 полочки. И тоже никаких секреток нет. Затем добавили вот такой шкаф. Здесь у нас внутри всего 2 полки. Ну и как бы третья, самая нижняя. Затем добавили вот такой комод. И еще добавили вот такой шкаф, очень даже прикольный. Здесь уже есть плечики и также 3 полочки, так сказать. Уже следующий раздел, туалет и ванна. Здесь нам добавили вот такую ванну и сразу с душем, заметьте. Добавили также новый туалет, добавили новую раковину. И здесь появились вот такие нижние полочки, как вы можете заметить. В разделе зеркал нам добавили новое зеркало. Это вот такое, оно волнистое какое-то. Точнее, рамка у него какая-то волнистая. Ну и в разделе всяких предметов для ванны нам добавили вот такое кольцо. И затем вот такую эстетичную корзинку, где вот такие полотенца у нас лежат. А это крючок для полотенца, вот как раз таки. Следующий раздел — это кухня. Здесь нам добавили вот такой новый холодильник. Морозилка находится снизу. Затем в разделе гарнитуры добавили новый гарнитур, естественно. И также вот такую вытяжку. Здесь же у нас, посмотрите, достаточно большой гарнитур. Есть вот такие ящики. Точнее, один ящик.
И также есть посудомойка, а также есть духовка и плита. И все это встроено в этот гарнитур. Ну и, конечно, раковина тоже есть. В разделе столов добавили вот такие новые столы. Прозрачный стол, затем вот такой большой стол. Это прям для такой большой семьи. Затем вот такой рабочий стол, я бы сказала. Здесь есть тоже два вот таких ящичка. И вот такой маленький столик, тоже как будто рабочий какой-то. Либо, ну, не знаю, просто куда-нибудь на веранду поставить. И в разделе стульев нам добавили вот такой стул для малыша. Также добавили вот такой стул для барной стойки. Обычный стул. Но заметьте, какие красивые у этих стульев узоры. И вообще, как они, в принципе, красиво сделаны. Мне кажется, что в этом обновлении очень красивые стулья. Ну и кто не знает, нам добавили новую посуду. Нам добавили вот такую новую полочку с крючками и приборами для кухни. Также нам добавили вот такую мультиварку, насколько я понимаю. Затем нам добавили вот такой очень интересный платочек. Далее вот такая сковорода, вот такая кастрюля. Затем это для того, чтобы резать всякие овощи, продукты и так далее. Также добавили вот такие тарелки, посмотрите. Это вот такая большая чаша, затем вот такая маленькая и еще вот такая тарелочка. Также добавили еще вот такую какую-то тоже чашу, затем вот такой подносик. И все. Да, еще добавили вот такие рецепты. Сейчас мы с вами их тоже рассмотрим и все сделаем. Самое долгожданное, наверное, это новые рецепты, потому что вы только посмотрите, здесь просто добавилось очень много еды новой причем. То есть какие-то салаты, вкусняшки и так далее. И добавилось много продуктов. То есть в разделе кухни достаточно много всего нового появилось. Маршмеллоу на палке, затем вот такие маршмеллоу, затем вот такие какие-то, не знаю, сушеные фрукты, может быть. Также посмотрите, какие аппетитные блинчики нам добавили. Это на самом деле очень круто. Затем вот такие печеньки, как крекеры, наверное, и вот такую рыбу. Также добавили вот такое варенье, и еще добавили вот такую вкусняшку из варенья, и вот это как раз таки аппетитные штучки, сделать вот такую вкусняшку. Затем из рыбки и вот этих сухофруктов можно сделать вот такую вкусняшку. Затем давайте эти же сухофрукты и рис. Можно сделать вот такой домик. Также из вот этого маршмеллоу и крекера можно сделать вот такую вкусняшку. Затем из рыбы и яйца, ну, можно, короче, сделать вот такой, как бы, рыбный пирог. Или, точнее, пирог с рыбой. Затем из капусты и креветки можно сделать вот такой салатик. На самом деле, очень вкусно, аппетитно, и я очень рада, что появилось много крутых новых продуктов и рецептов Тока-бока. Ну и в разделе напитков нам добавили всего лишь такой новый лимонад. Давайте перейдем в раздел гостиной. Здесь нам в разделе диванов добавили вот такое новое кресло. Также добавили вот такой диванчик. Посмотрите, его можно также вот сделать, что он якобы стоит на полу, а можно сделать так, что он типа висит. Ну вот. Не знаю, нет, здесь кажется, что он везде стоит. Затем, короче, вот такой диванчик добавили. На самом деле, мне нравится вот эта полоска, это выглядит как-то очень старинно. Также добавлю вот такое кресло, его я уже вам показывала на самом деле, и вот такой пуфик. Предлагаю перейти в раздел лампы, здесь добавлю вот такую новую лампу с свечками, причем они там электронные, ну или на батарейках, короче. Далее вот такая люстра, лампа как бы. Затем вот такие лампочки, посмотрите, они разных размеров, но выглядит это достаточно интересно. Также добавили люстру в виде вот такой рыбки, причем посмотрите, как низко можно опустить эту рыбку. Еще добавили вот такую напольную лампу, затем добавили вот такую лампу, обмотанную сеткой в таком морском стиле. Также добавили вот такую лампочку, которая настенная, затем добавили вот такую, типа, прикроватную лампу. В разделе растений нам добавили вот такие новые цветочки. Также добавили вот такие цветочки. Затем добавили вот такую огромную пальму, так сказать. Либо листья пальмы, короче, вы поняли. Затем вот такую вазу и цветочки очень милые в ней. А также добавили вот такую вазу и вот такие пушистые тоже цветочки. На самом деле мне эти цветы очень нравятся. Вы напишите в комментариях, какие вам больше всего понравились. Далее добавили в разделе коробок вот такой сундук. Также добавили вот такую корзинку, она очень эстетичная, мне нравится. В разделе перегородок добавили вот такую бочку. Я не знаю, почему именно туда. Затем добавили вот таких типа медуз, ракушки, не знаю. И
Да, телескоп. В разделе глобуса добавили вот такой зонтик, шикарный, с бантиками. Затем добавили вот такие кораллы, это как статуэтки такие. Далее добавили вот столько много подушек. Я уже их не буду описывать, но вы можете заметить, что у нас три подушки такой одинаковой как бы формы. Затем вот такая типа лежачая и вот такая еще круглая. Затем добавили еще вот такие две фотки в таком черно-белом стиле. Также добавили вот такую вазу для цветочков, возможно. Затем добавили еще вот такую интересную тоже вазу, ее можно прикрыть, ну короче, какая-то типа коробочка. Затем добавили вот такую красивую статуэтку в виде русалочки, которая сидит на камушке. И также добавили вот такую корзиночку. В эту корзиночку, к сожалению, ничего положить нельзя. Еще добавили вот такой бинокль. Также добавили вот такую статуэтку с китом и вот такую статуэтку с рыбками. Переходим в следующий раздел. Это уже раздел всяких игровых штук. В разделе телевизора нам добавили вот такой фотоаппарат. Давайте посмотрим, что здесь за фоточки, потому что это тоже немаловажно. Вау, вот это очень красивая фотография. Перейдем в раздел всяких текстовых штучек. Здесь у нас добавили вот такую новую книгу. Также добавили вот такой блокнот. Затем добавили еще вот такую новую книгу и вот такую про рыбалку, наверное. Следующий раздел — это игрушки. Здесь добавили вот такой горшочек, затем вот такую лопатку и вот такой замок. Причем его можно разобрать и строить самим. Перейдем в раздел всяких спортивных штук. Здесь нам добавили весло. Далее в разделе радио добавили вот такое новое радио, также вот такую гитару и вот такую ракушку. Давайте же посмотрим, что нового в музыке. Здесь такое как будто старое радио, как вы можете заметить. И музыка спокойная. На самом деле музыка не новая. Эти мелодии уже были в токе, поэтому здесь ничего интересного. Посмотрим, что по гитаре. Ну это типа укулеле, тоже ничего интересного. А вот это уже интересно. Короче, вот это на самом деле прикольная штука. Мне нравится. Какие-то звуки из ракушки. Ну и последний раздел деревьев. В общем, всего, что может находиться на улице. В разделе вот такого фургона нам добавили вот такой костер. Также добавили вот такие палки с крючками. И затем вот такой гриль. Также добавили вот такой зонтик. И затем самое интересное, это вот такой маяк, ладно, это еще не самое интересное. Самое интересное, это вот такая лодка. Ребят, зацените. Все, мы теперь можем плавать. Загудел, загудел моторчик, конечно. В разделе всяких уличных растений нам добавили вот такие камыши. Также добавили вот такой камень с какими-то тоже листьями и вот такие камушки. А в разделе свечки нам добавили вот такие ракушки. Хотя я думала, что они будут встроены сразу типа в море. И причем, посмотрите, вот у этой ракушки есть даже какая-то анимация. Также добавили вот такие буйки. Затем добавили еще вот такую огромную ракушку, забыла вам показать. И спасательный круг. Мне интересно, можно ли его одеть на... Нет, на персонажа нельзя его одеть, но он может так его подержать в руках, как бы. А также добавили вот такую огромную свечку. Ну и все, дальше уже пошел раздел, как бы, вот здесь дизайна пола, да, 4 дизайна пола, также 4 дизайна... А, нет, тут побольше дизайнов стен, ну, вы видите, очень много на самом деле. Если что... Вот я вам все их сейчас показала, мы их уже не будем тестировать, потому что, возможно, вы все уже увидели, наверное. Здесь все были показаны дизайны стен. А теперь я предлагаю, ребят, нам перейти в креатор и посмотреть, что же ждет нас там. По идее, это уже считается другим обновлением, но я предлагаю нам с вами зайти и посмотреть, что же здесь. Потому что, возможно, кто-то из вас захочет приобрести это обновление. В общем, здесь добавили новые прически. Например, для парней добавили всего две прически. Это... Вот такая кудрявая голова с ромашками и также вот такая очень необычная прикольная стрижка, но сильно не идет. Затем в разделах девушек добавили вот такую прическу с афрокосичками. Также добавили вот такой небрежный пучок, завязанный такой резинкой как бы. Короче, здесь еще какая-то штука. Затем вот такую прическу с распущенными волосами и ракушками. И вот такую с тоже интересным вот таким окрашиванием. Вроде да, здесь это... Все. Итак, раздел одежды. Здесь добавили новую одежду. Начнем, конечно, с раздела футболок. Здесь добавили вот такой топик со штанами. Затем вот такую накидку и топик с шортами. Затем добавили вот такую рубашку с сумкой и шортами. Также вот такую футболку оверсайз и леггинсы, либо, ну, для нее на какие-то легкие шорты. Затем
вот такая футболка топик и джинсы с сумкой. Также добавили вот такой комбинезон с футболкой. И здесь также вот такие красивые украшения в виде ракушек, которые сейчас популярны. И они передают такую летнюю атмосферу, как бы вайбик и все такое. Далее вот такая заправленная футболка в шорты и кроксы. Затем вот такая рубашка и шорты, такой как бы костюмчик. Далее в разделе худи ничего не добавили, в разделе костюмов тоже ничего деловых, в разделе платьев нам добавили вот такое белое платье, просто обычное, затем платье для беременной женщины и также платье вот такое очень милое, летнее, легкое, желтенькое. В аксессуарах добавили в разделах кепки вот такую кепку, в разделе шляп добавили вот такую только, вот такую шляпу и еще вот такую ковбойскую как бы шляпу. Затем в разделе ободков нам добавили вот такой новый желтенький ободок. Затем вот такую как бы косынку и еще вот такой цветочек. Ну и переходим в раздел очки. Затем солнцезащитные новые очки. Здесь их побольше. Это вот такие голубые, затем вот такие в виде цветочков. Затем вот такие, где не видно глаза. Затем вот такие леопардовые, затем вот такие желтые. Ну и далее добавили еще вот такую повязку. Еще забыла вам рассказать то, что добавили вот таких три детских костюма. Это вот такая футболка, ну как бы костюм, затем такой комбинезон и вот такое платьишко для девочки. А также еще добавили вот такую интересную соску с ракушкой. Это все, что добавили в новом обновлении в Токабока. И, к сожалению, в других домиках уже закатик не получится сделать, то есть закат действует только вот в этой вилле. Также, если говорить об обновлениях, которые у нас пришли в Току, то это не только вот такой пак мебели с домиком, и это не только пак одежды, но и также старые подарки на почту вернулись. Давайте же посмотрим, что это за подарки, потому что это реально тоже очень важно. Итак, начнем мы с вот отсюда как раз-таки. Здесь добавили вот такие шарики. Ну и, в общем, вы смотрите, ребят, я подробно не буду разбирать, потому что здесь на самом деле тоже очень много вещей. И они всякие маленькие, мелкие и так далее. Но очень красивые и крутые. Правда, я прекрасно помню все эти вещи, когда я снимала также отдельно еще видео подарки в Токабока. И, по-моему, вот я снимала вот эти подарки. Костюмы зайчиков. В общем, здесь просто море всего, море крутых вещей, старых, новых, так сказать. И это все. Вот тут я, конечно, в шоке, ребята, в смысле, где все мои подарки? Я зла на Токубоку, потому что произошел какой-то опять баг, и у меня пропали все подарки. И все вот эти остались новые, а старых нет. И что это такое? Похоже, мне придется сбрасывать то, тогда все мои дома слетят. Это просто капец. Ну и на этом секретики наш видеоролик подходит к концу. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что этот обзор оказался для вас полезным. И то, что вы здесь узнали много нового. Если это и вправду так, то поддержите меня, пожалуйста, лайком, потому что я для вас очень старалась. Все это покупала и разбирала. Ну и на самом деле свою оценочку обновлению я поставлю 10. Мне оно очень понравилось и зашло. Есть множество крутых предметов, также сам по себе домик очень большой, интересная планировка, также есть секретка, ну и в общем там много места и вообще мне кажется, что обновление очень крутое, как и пак одежды, так и пак с домиком и мебелью. Так что советую вам купить все эти два обновления, потому что они, вправду, очень вайбовые и такие прям летние. Так что, чтобы у вас был вайб лета, можете их купить. Я думаю, что они оправдывают свою стоимость. Ну и также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать все обновления в Токе. Я стараюсь вам всегда говорить, когда разборы и все такое. И вообще, на самом деле, видео разбор трейлера Токабока, я разобрала уже все обновления. И вы именно там могли уже увидеть все это обновление. Так что нажимайте еще на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. И жду ваших лайков, подписочек и, конечно, комментариев, где вы напишите свое мнение об этом обновлении. Понравилось ли оно вам или нет. Жду вашу оценку в комментариях. Ну, а сегодня с вами прощаюсь. С вами была я, Силия. Вы были на канале Секрет Тока. Всем пока-пока. И до встречи в новом видеоролике.